Друзья, всем привет! Я сегодня хочу для вас провести небольшой обзор пряжи Air от Infinity Design. Что это за пряжа? Познакомить вас с ней поближе. Те, кто еще не знает, никогда с ней не работал, не встречался. Приглашаю всех к просмотру. Итак, Air от Infinity Design. Это полный аналог Air от Drops, состав которого входит 65% бэби-альпака, 7% мериноса и 28% полиамида. Некоторых сразу начнет смущать то, что здесь целых 28% полиамида. Данная пряжа, она у нее уникальна тем, что у нее нету скрутки. То есть она сделана в виде шнурочка, поближе вам покажу, шнурочка, который набит вот этой вот бэби-альпакой и, соответственно, мериносовой шерстью, вспушенной мериносовой шерстью. Сейчас я вам покажу другой шнурочек, где это будет другой цвет, где это будет более наглядно видно. Вот оно. Блестящий – это полиамидный шнурочек. Вот. Поэтому здесь целых 28% полиамида. То есть это тот шнурочек, это тот каркас, куда забивается, точнее, который наполняют бэби-альпакой и мериносом. Моточки вы можете посмотреть достаточно большие. То есть вот у меня две ладошки, да, вот. И он умещается прямо вот на двух ладошках. То есть это объемная пряжа. И в то же время это всего лишь навсего моток 50-граммовый. То есть она очень легкая. А за счет своего состава бэби-альпака и меринос она невероятно теплая. Это вот такие вот отличительные особенности этой пряжи. Можно ее мять, не выпуская из рук никогда. Соответственно, изделия из нее тоже будут такие же мягкие, воздушные, нежные, невероятно теплые и ужасно приятные к телу. Итак, продолжим. В 50 граммах у нас 150 метров. Вот этот цвет 1002. Он идет в палитре как белый, но он такой вот. Белый вот такой. Не прям сильно напрочь выбеленный, но вот такой вот белый. Производство это Перу. Что нам рекомендует производитель? Производитель нам рекомендует спицы номер 5. Без отжима. Ручная стирка при 30 градусах. Что еще хочу сказать, что эта пряжа, она вроде как бы такая объемная, да, большая, и очень, ну, не очень многие, некоторые люди боятся брать ее для крючка, потому что думаю, что будут изделия ужасно большие, тяжелые, и вообще под крючок она не пойдет, потому что здесь спица номер 5 и крючок, если пример такого же размера, то, ну, как бы, получится большое тяжелое изделие. Вот этого бояться совершенно не нужно. По одной простой причине, что эта пряжа отлично ложится и под крючок. Единственное, что расход будет больше, а так под крючок она идеально подходит. Даже не бойтесь. Вот. Итак, это такой небольшой обзор, а также я вас хочу познакомить с теми цветами, которые у нас есть сейчас в наличии, показать вам это все в видео, в прямом эфире, так сказать, потому что фото, и особенно фото с сайта производителя, не передают полностью насыщенность и подтоны, как я их называю, цветов, которые реально существуют. Итак, значит, мы с вами познакомились с белым, вот таким вот. Многие скажут, что это молочный, но это идет как белый натуральный.
То есть он белый, не выбеленный, но белый натуральный. Еще раз повторю, что это цвет 1002. Вот такой вот я вам подготовила цвет. Этот цвет в палитре она идет как охра. Еще хочу вас заметить, вам точнее заметить, показать, что полиамидные шнурочки, они везде разные. Вот здесь вот он идет уже черный. И поэтому при вязании изделия будет такой небольшой меланжевый эффект. Вот, то есть прям в белом не так сильно заметно, белый, да. А вот если вы посмотрите в лавандовом, или сейчас мы поближе рассмотрим фиолетовый, или сиреневый, то там вот этот наглядный меланжевый эффект будет очень виден. Вот этот вот цвет охра, можно назвать его горчичным, но таким, знаете, темным, темная горчица. Вот. Показываю со всех сторон. Так, цвет у нас 2035, номер цвета. Еще мне очень нравится то, что даже самые такие вот яркие, насыщенные цвета, они не тяжелые для взгляда. То есть они не ну, такие, они очень спокойные, и в то же время ну, в изделии они, как это сказать-то интересно, они не будут изделия зрительно утяжелять, вот так вот. То есть для взгляда он все равно будет очень приятный цвет, даже если будет изделие связано полностью из вот такого вот цвета. А также цвета, они очень многие сочетаются друг с другом. Поэтому эту пряжу можно спокойно брать для изделий в полоску, с каким-то вышивкой, ну, вышивкой крючком, я имею в виду, тоже опять продольные полоски, поперечные полоски, различные полоски. Можно спокойно брать эту пряжу, потому что цвета, они очень, ну, хорошо сочетаются друг с другом. Вот этот вот цвет, он серый идет. И это такой светло-серый, вот вы даже если с белым посмотрите, есть такой серый мышиный. Это вот светлее намного серый, чем серый мышиный, мы его так обзовем. Вот с белым, они, видите, как очень близко похожи, можно так сказать. То есть многие не любят вот такой серый, который прям вот серый. Поэтому серый вот такой, который представлен в Эре, очень благородный и красивый. Вот у вас моточки. Опять же, вот смотрите, сочетание отличное. Так, это у нас цвет 1032. Он идет как светло-серый в палитре. Все цвета, которые я вам сегодня буду показывать, есть у нас в наличии в магазине. То есть можно покупать и не ждать привоза. Еще хочу вам показать вот такой вот петрольный цвет. Это достаточно такой глубокий синий с зеленым налетом зеленым. Вот камера не передает совершенно его, но он идет в палитре как петрольный. И вот он за счет того, что такой достаточно сильно насыщенный и каркас у него темный, этот полиамидный шнурочек темный, то меланжевый эффект будет, но не так ярко выражен. Видите? Так, это у нас цвет 65-54. Дальше. Дальше я вам покажу вот эти вот фиолетовые оттенки. Это у нас лаванда. Лаванда. $52.12. И сиреневый. Ну, он такой.
очень приятный сиреневый цвет. 50-42. Вот здесь вот видите, полиамидный шнурочек белый, и он так вот переливается. Очень интересно будет смотреться в изделии. Дальше перейдем к розовым оттенкам. Розовых оттенков в палитре очень много. От ярко-розовых, вот это вот, он идет в палитре как коралл. Он такой прям вот ярко-розовый. Ну, он коралл, прям вот кораллом он идет. Это у нас 42-16. Угу. Есть пыльная роза. Я вам его покажу вот, в сравнении. То есть этот прям яркий, этот такой припыленный пастельного оттенка. Это пыльная роза. Сорок-42. Есть нежно-розовый, или даже можно сказать пудровый такой вот. Такой нежно-розовый. Я люблю говорить не поросячий. Есть поросячий нежно-розовый, а вот, а есть просто вот пудровый. Он... Ой, не пудровый, а персиковый, розово-персиковый. Вот такой вот. Так, этот цвет 35-11. Вот вам сравнение его. Он тоже такой приглушенный, хороший. Есть еще антично-розовый. Так, сейчас я поправлю у нас тут все цвета. Вот такой вот он. Тоже невероятно красивый. С таким небольшим розово-сиреневый. Розово-сиреневый он идет. Но вообще цвет очень классный. Очень классный цвет. 46-22. И еще у нас есть цвета сине-голубые. Это, она даже в кадр все не помещается. Это у нас нежно-голубой. Вот здесь вот тоже полиамидный шнурочек, он практически незаметен. Поэтому при вязании он будет... Меланжевого эффекта практически не будет. Так, 65-11. Это такой голубой нежный. Такой, как облачко. Дальше у нас есть джинс. Это синий джинс. Цвет идет как джинс. Угу. 60-52. И есть еще сейчас в наличии это мята. Мятный цвет. Очень красивый. Невероятно классный. Любителям мяты. Вот он, мятный цвет. Так, это у нас 72-12. Еще раз хочу вам сказать и показать, что в кадр все не влазит, не влезает, точнее, влазит, как дочка мне говорит. Все цвета, видите, достаточно сочетаемы друг с другом. Можно вязать шапки, свитера, кардиганы, снуды, вообще все, что угодно
вяжется из этой пряжи, и подобрать сочетание очень легко и просто, потому что, казалось бы, даже несочетаемое сочетается. Вот в этом большой-большой плюс данной палитры. Друзья, сегодня я вас познакомила с пряжей Air. Тот, кто с ней уже работал, я думаю, что не нуждается в знакомстве, потому что люди знают, насколько она мягкая, нежная и вообще невероятно приятная в работе. Тот, кто еще с ней лично не знаком, я вас немножечко поближе познакомила, показала цвета, которые есть в палитре и которые есть сейчас в наличии. Поэтому всем спасибо, что смотрите меня. В следующий раз буду снимать еще интересные обзоры для вас. Всем пока-пока!